очень сомневаюсь, что закончу эту игру. У меня мало времени. Но вдруг повезет. И проиграю быстренько. В последний раз я играл, проиграл. Сейчас еще раз попробую. Так, что тут написано внизу? Только иллюминаты, наземные юниты, могут по воде ездить. Если им приказать по воде двигаться. Дальше. А, ну и все. Сначала здание прокачиваю. Научное. У меня есть 5 очков исследований на здание. 5% удешевления зданий, 10% скорость здания увеличивается. Скорость строительства зданий. Так, командира сначала. Командир строит экстракторы. Материи. Инженер тоже их построит. Так, материи. Инженер тоже построит экстрактор материи. Надо клавиатуру тоже пользоваться. Командир после этого пойдет построить здесь экстрактор материи. Здесь. После этого этот инженер будет строить три. Нет, не здесь. Здесь. Три генератора энергии. И много-много. 4. 7. 10. Нет, 10 это много. 9. Научных станций. Или 10. Да, пусть будет 10. Так, один бездельник у меня есть еще. Инженер. Этот пойдет захватывать. Экстракторы материи. Так. Радар я ему, он будет, этот инженер построит радар, два генератора энергии, экстрактор материи, здесь потом, здесь что-нибудь такое тоже построит, так, и радар еще один запасной, радары вещи полезные, что у нас там дальше, так, что у меня, сюда еще надо, дальность радара на 30% увеличивается. Радиус, наверное, или диаметр. Или радиус. Научные станции уже строятся. А. Что еще-то? Что еще хочет построить командирчик? Командирчик построит... Два ремонтных генератора энергии, пушку, чтобы комар носу не подточил, чтобы враги сразу не подошли. Вторая научная станция строится. Инженеры молодцы. Лаца дрица гоп цацы. Как в сказке. Группы Сектор Газа. Сказка была такая. Лаца дрица гоп цацы. Так, инженер строит генераторы энергии, чтобы они ремонтировали друг друга и все, что вокруг них. Этот инженер строит экономику мне. Улучшает добычу материи. Экстрактор материи строится. Броня экстрактора материи. Прочность 2500. Эффективность 0,6 материи. Поначалу. Что там? Самолетик я видел? Нет? Нет, показалось. Так. Так. Строится третья научная станция. Уже хорошо. О, пушка Гаусса. А нет, потом.
пушка Гаусса. О, что я пропустил? Кое-что очень важное. Сейчас они разбабахают мой конверт. Экстрактор материи. Успеют. Отвлекся я на строительство. А может, не успеют. Что там, радар пасет? Ну, радар их пасет. Я вижу, куда они двигаются, эти роботы. Сейчас еще 2 очка исследований. И все. Ну-ка, пушка здесь. Ну, сейчас они под действие пушки попадут. Все, все нормально. Сейчас пушка Гаусса будет. Все, не дошел. Всех расстрелял. Отлично. 4-я научная станция строится. Здесь у меня тоже уже маленькая база построена. 2 генератора энергии, экстрактор материи и радар. Такой замечательный. Без полосочек зелененьких. Пушка Гаусса появилась. Ура! Сейчас зенитка, потом ремонт. Так, бомбардировщик летает. Ну, сейчас он долетается. А, я играю против 3 компьютеров. 2 нормальный уровень сложности и у одного легкая уровень сложности. Я думаю, это мой предел. Но сейчас это мой предел. Более сильных противников я себе не могу поставить. Проиграю точно. Ну, командир без дела почему-то. 5-я научная станция. Зенитки сейчас поставлю. И этот самолетик, эти все самолеты упадут сразу. Сейчас они долетаются. 4 очка исследований есть. Зенитка есть. Все, упал. Так, ну что, командир, постройка, фабрику. Фабрику. Пристройки сразу к фабрике. Щит, радар, зенитка, ракетная установка. Тактические ракеты небольшого радиуса действия. Так, один инженер у меня бездельничает. Может, ему поставить задачу прокатить экономику или нет? Нет, не буду. Так, что у нас такое? Сейчас будет еще инженерная башня. Инженерная башня. Ремонтная. Сейчас все будет отремонтировано. Если что-то ломалось. Так, командир у меня хороший строитель. Попробую я это преимущество использовать. Прокачаю командира. И он эту базу будет отстраивать. И не инженеры. Инженеры тоже нужно. Все нужно. Эх. Ладно, посмотрим. А, бессмысленно. А, какая разница? А. Это мне вообще наука не такая у него. Ну, удешевление всего на 15% у командира. Да, стоит. Так, что еще? Науку. На 20% эффективность науки увеличиваю. Куда это он стреляет? Никуда. Да. Поставь-ка радар. Будем их отслеживать.
энергию повышаю на 20%. Добычу энергии. Сейчас у меня энергия плюс 85. Строится 9-я научная станция. Ресурсов у меня уже больше, чем нужно. Не знаю даже, что делать. Постройка я 10 инженеров. Блин, 15. Добыча материи сейчас увеличится на 25%. Добыча экстракторами материи. Сейчас 1,2. Так, а этот экстрактор сколько мне? 1,8 материи. И это тоже. Видимо, 1,8 это максимально. А сейчас сколько? На 25% увеличиваем. О, двойка. 2. Коэффициент. Эффективность экстрактора. Отлично. Итак. Сейчас. Так, ты построй... О, нет, не ты. Другой ты. Так. Этот построить для начала. Генератор энергии здесь. Они нужны, чтобы все ремонтировать, поддерживать. Вот так. Все, конвертер материи есть. Открыт. Так, этот будет строить. 4, 5. Много. Очень много. Ну что же делать? Это нужно. Так, инженера прокачаю немножко на строительство, чтобы был заточен. Так, и один инженер будет строить здесь у меня оборону. 4. Очень много. 15. Тут 16. Тут 16. По-другому я не увижу. Сейчас командир будет что-то строить. Что-то хорошее. Щиты будет строить. Сейчас я прокачаю. Ой-ой-ой, так долго. А, нет. Конвертер материи он будет строить. Слушай, растерялся. Конвертер энергии в материю. 4. 7. 9. 10. Да. Все, щиты строят. Теперь командир будет щиты строить. Раз, два, три. Там. Ну и здесь. Здесь нужно сильно укрепить. Я понял. Так. Ну еще кто-то будет щиты строить. Раз. Два, три, четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Теперь наука очень сильно развита. Инженер строит со скидкой. Называется. Инженер. Инженера. Командир. Командир строит со скидкой. И далеко видит. О, нет! О, нет! Ай! Как больно! А, нет. Они не повредили ни одной пушки моей. И пушки прошли. Как замечательно. Так, надо строить что-то дополнительно. Пока командиру добавлю вооружение. Плюс
по всем стреляет своей артиллерией, наверное, или нет? Противоядерку надо покачать сразу. Пока не забыл про нее. Все нужно. Так, командир, что еще дать строить? А, щиты, он нас что будет строить? Строить. Конвертирую. Я бил уже лишнюю. Так, регенерация строений. Оу, ракеты стреляют по моим. Так, еще щиты. Так, чего мне не хватает здесь? А, вот здесь что-то надо поставить. А, зенитки. Немножко зениток поставлю здесь я. Три. Да, зенитки не очень помогают. Ой. Ну, ой. Здесь что-то надо построить. А, кластер надо строить. Энергии-то. Энергии-то у меня нет, забыл совсем. Надо кластеры энергии строить. В первую очередь-то. Так, 25 генераторов. Энергии 3, 21, 22, 3, 4, 25. Этот инженер будет строить. Так, какой бы еще инженер? Так, еще один инженер будет здесь строить что-нибудь. А нет, генератор энергии. 4 кластера. Сотня генераторов энергии будет строить. 2. 4. 5. Угу. Какого бы еще инженера отправить? Еще один инженер. Пойдет сюда. 2 3 4 25. Есть. Что еще тут? Так, 4 кластера построил. А, 3 кластера пока. Еще один кластер. Еще какой кластер. Кластер. Или батарея. Батарея генераторов. Батарея генераторов энергии. Все, сотня генераторов энергии. Так, этот инженер бездельничает. Я ему дам команду, пока не поздно, поставить 4 щита, пока артиллерия по нему не начала долбить. Ну и там тоже он построит щиты, если ему делать будет нечего. И если он выживет. Там буду строить экспериментальные мои воздушные фабрики. Вот у меня немножко экономическая уязвимость получилась. Слабинка. Так, могу строить теперь ядерные ракеты. Науку всю засадил. Непонятно, ну куда. Плюс 200 добыча энергии. Ну, я потратил время на оборону и запустил экономику. Запустил, ослабил экономику. И здесь оборона плохая. Надо как-то конвертирую лишнюю энергию. Плюс 900 материи появилось. Так, эти у меня стоят прочно. Может, сэкономлю на них. На пушках, на этих. Много ставлю. 16 плюс 15, 31 пушка здесь. Не, нет, тут еще могут пройти враги мои. Тут поставлю немножко пушек. 6.
здесь поставлю плужу. Четыре. Здесь поставлю плужу. Четыре. Здесь поставлю плужу. Слон защищать, что-то будет. Четыре. А пушки надо строить. Оборонные точки. Надо строить. Иначе подойдут ко мне. И будет... Ой-ой-ой, как больно. Так, зенитки строятся? Где мои зенитки? На. Здесь надо зениточку. Так, что у нас с наукой? Науку чуток прокачать. Командира прокачать, наверное, надо тоже... Или уже строить... Да, прокачаю чуть-чуть командира сначала. Немного. Так, школу. Не забываем про резервные... Не забываем про резервные... конвертеры энергии. 5 10. Защищать их надо, эти конвертеры энергии. 2 3 4 5 6. Здесь надо тоже оборону небольшую, скромненькую. Такую вот. И здесь тоже оборону надо строить. Небольшую. 4 4 4. И так 2. И вот так. Как-то так вот приходится химичить. Так. Сколько у меня энергии? Плюс 500. Вся материя, которую я получаю с помощью конвертации, сразу же исчезает, расходуется. Ну, инженеры мои поехали на задание. Зажимаю клавишу Shift. Видно, желтая полоса показывает, куда кто отправляется и зачем. Ой-ой, самолетиков много. Может поставить что-нибудь хорошее? А ты чё? Сколько еще? Еще 8 щитов ему. А, зенитки мои. А, по радару. По радару бьют. Ну и что? Что? Так, я куплю командира, как я и планировал. Зенитку командиру добавил. Вот теперь командир из своей зенитки стреляет по врагам. Так, артиллерия. И перегрузка для командира. О, и ветеранство. Недорого стоит. 2 очка всего лишь. Конвертирую опять излишки. Энергии. Так, сюда надо щиты добавить. Немного. Так вот, раз. Два. И сюда щиты какие-нибудь. Сюда щиты. Щиты очень нужны. Столько. Не меньше. Очень уязвимое место здесь. Хватает мне материи. Очки науки. Но перегрузка для командира готова. Так, здесь еще тоже важно оборону наземную построить, потому что враги мои нападают и здесь тоже. Они находят
слабое место. Так, дальше они... Вот здесь они не нападают почему-то. Я поставлю на всякий случай немного обороны. Так вот. И щиты. Щиты, щиты. Много щитов пока. Еще противоядерку надо поставить. Каким-то образом успеть построить противоядерную оборону. Кластеры нужно хорошо защищать. Они очень для меня важны. Для меня очень важны эти кластеры. Энергетические. Батареи. О, инженер строит, укрепляет щитами все, что построил. Здесь артиллерия начала долбить. Угу. Отлично. Радары далеко все показывают. Удобно очень. Только артиллерия меня долбит. Все видно. Конвертирую энергию. Строится щит. Командира прокачать еще немножко. Качаю. Урон и броня командира увеличивается. О, о, что это, что это? Это я без щитов. Потому что. Здесь надо щиты поставить. Щиты-то я не поставил. Поставлю сейчас. Если выдержу эту атаку. О, вот здесь я защитил щитами, а там пропустил. И вот результат. О, свободу инженеров. Буду ждать. Не буду больше инженеров строить. Потому что ресурсов на строительство все равно нет. О, один свободный инженер. Отправляю его сюда. Сюда, сюда. А, достаточно. Что за звуки слышу я? Так, сюда надо генератор энергии еще один для ремонта. Который я потерял. А сюда что надо поставить? Пушки. Оборонные пушки. Ну и потом, когда будет свободный юнит. Строительный. Когда будет свободный строительный инженер. Так, конвертеры готовы почти. Командира прокачал до конца. Уроны и броня у него хорошо. Теперь хорошая. Щит капсула спасательно надо все прокачать. Прыжки вот эти. Джамджет. Ранец. Реактивный. У него есть. Конвертируем. О, приближаю. О, я могу приближать с помощью клавиши. И удалять. Как удобно. Так, что тут? Щит построили? Один щит построил инженер. И один потерял. Ну, экстрактор материи работает. Что очень важно. Второй щит строится. Что у нас? Новый. Все, командира прокачал. А, капсулу надо еще. Дорогую. Дорогая капсула. Все. Теперь крепость строю. Воздушную крепость. И строю уже экспериментальные крепости мои. О, сюда надо щиты поставить. Давай. Раз, два. Еще нужен инженер. Чтобы поскорее построил щиты. Кто-то пишет мне, кто-то звонит. Ой, конвертеры надо уже включать. Так, эти конвертеры тоже включу. Горячие кнопки надо использовать обязательно. Все, излишки ресурсов у меня теперь появились.
Так, оборона. Укрепленные точки есть. Здесь у меня зенитки хорошие. Здесь зенитки слабые. Две батареи с зенитками у меня здесь. И здесь. А это кто стреляет? Это укрепленная артиллерия стреляет по мне. Так. Прокачиваю воздушную крепость. Сейчас скоро уже. Кто это летает? А, бомбировщик. Здравствуйте. Так, кто-то у меня уже построит сейчас. Ну, командир, почему нет-то? Противоядерки. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Еще где-то надо построить. Вот здесь надо. Нет, командир туда не пойдет. Его там достанут. И один инженер построит здесь противоядерку. Противоядерка будет перехватывать все ядерное, что будет лететь сюда. Так, ну где командир, не вижу. А, он все еще занят чем-то. Где ему осталось? А, он все построил, походу. А, это он собирает металлолом. Молодец какой. Ну что, дальше не собираешь? Чё ты? Встал. Почему не собираешь? Не собирает металлолом, странно. А так? Так собирает. Конвертирую опять лишнюю энергию. Сколько у меня тут щитов? 4. Щита? Ну, видимо, хватает. Так. Ты построишь здесь экспериментальную... О, я крепость не прокачал еще. Давай, крепость будешь строить. Ну, потом крепость. Нет. Сначала противоядерку. Это очень важно. 3 ракеты. Это шахта построит. 3 ракеты это. Пока так. Экономлю ресурсы. Плюс 950 энергия производит у меня. Так, здесь у меня ремонт есть? Здесь ремонта нет. Сюда нужно мне инженеров отправить, чтобы они мне ремонтные генераторы энергии поставили. Ремонтники. Так, они будут все ремонтировать здесь. Все, щиты пробиваются, нет? Вроде не пробиваются. Так, наземная оборона есть, зенитки есть. Все, учитываю прошлый горький опыт. Стараюсь все укрепить. Что слабое здесь есть? А вот тут еще щитов нет. Щиты очень важные. А, щиты строятся здесь. Щиты везде у меня строятся. Сюда ремонтный генератор энергии. Парочку. Так, ну. Не опасно. Или опасно. Сюда один щит сюда надо поставить. Да, один щит поставлю. Пригодится, что называется. Ай! Что, что-то разбили, что ли? Так, что, прокачаем бомбардировщиков теперь, мушенечка моих. Так, что у меня слабое? Смотрю, где слабо. Где артиллерия пробивает? А, здесь щитов нет. А да, здесь щиты немножко. Щиты. Два. Здесь. Щиты строятся. Все.
Чё, командир, чё, всё построил? Что надо? Так, потом командир построит что-нибудь ядерное. 10 ядерных шахт. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Они дорогие, но командиру это ни по чём. Для него 455 стоит, а для инженера материи 455, 160. Пум-пум-пум. Ctrl Z. Ctrl 9. Так, вот у меня 5 противоядерных шахт. Все они будут сейчас строить противоядерные ракеты. Одновременно. Так. Commander under attack. Ой, командир атакует зачем-то. А тут ты зачем-то. Может, не очень опасно. Что, щит пробили? Гады. Ой, как бьет артиллерия. Ой, как бьет артиллерия. Ой-ой-ой. Щит построил? Щит построил. Давайте здесь еще. Нет, слабовато. Слабовато. Тут я построю еще немножко. Эти штучки. 6. Еще будет генератор построить. Генератор. Энергия. Щит. 2 щита. Так, ну и кто-то уже должен крепость строить. Кто же будет строить крепость? Воздушную. Давай ты будешь строить. Здесь. Может, не разобьют сразу. Смотрим, что получится. Но этот инженер будет уже не одну летающую крепость строить, а побольше. Да, 4 будет крепости. Каждая будет непрерывно производить воздушную мега-крепость, называется. Мега-крепость. И эти крепости будут куда лететь? Они куда тут и будут тусоваться. Нет, на базу. Они все будут лететь на базу. Сюда, блядь. Защищать. Так, что здесь у нас? Ну, ядерные установки уже ракетами тактическими. Тактическими ракетами стреляют куда-то. Прокачиваю бомбардировщики. Прокачиваю инженеров моих чуть-чуть. Вот. Так, ресурс у меня профицит. Уже образовался. Слишком много ресурсов. Можем сокращать производство уже. Так, понял. Так, сюда щиты добавить. А, нет, щиты строятся. Щиты будут. Пока у меня чуть-чуть запас будет. Командира там. Значит, добавим щит сюда. И щита добавлю. Раз. Два. Три. Четыре. Успею. Давай. А, инженером прокачиваю немножко. Что это в меня летит? Артиллерия какая-то. Крепость разбабахали. Точнее, фабрику экспериментальную. Наверное, артиллерией. Значит, нужно построить еще щит. Вот здесь, 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 здесь. Ядерки не должны достать до сюда. Надеюсь, не достал. Хотя вот отсюда. Нет, ну здесь у меня противоядерная стоит.
Три противоядерные есть ракеты. Сейчас четвертая строится. Тут не полетит ничто. Так, какой-нибудь инженер соберет металлолом. Вот этот вот. Качаем инженера. Так. Ой-ой. Чего-то не хватает. А, щиты пробили. Еще два щита сюда. Что-то разбили. Все бьют. Все бьют. Ай! Ай! Все взрывается. Ай! Ай! Так, убьем. Так, какой-нибудь инженер здесь все укрепит. Взорвали мою ядерную установку. Ай-яй-яй. Взорвали. А нет. Не взорвали. Сейчас ее ремонтируют. А противоядерную? А противоядерная ничего не дрожает. Могли я. Ага. Вот, моя оборона держится. Строю еще ракеты противоядерные. Конверторы еще все у меня на месте. Чтобы щиты строятся. Что такое-то? Добавим. Я могу что столько настроить в этом месте. Ядерную пробили. Одну ядерную шахту грохнули. Так. Прокачал. Не надо, это не надо. Все прокачал. Так, ладно, научные станции пусть стоят, пригодятся. Они все-таки обороняют еще. Так, материя есть. О! Так. Какой-то инженер сейчас построит. Что мне построит? Еще одну экспериментальную. Какой-то инженер построит. Что может построить? Что там? О, еще можно. Тут надо еще построить генераторы энергии, которые будут все ремонтировать. Что? Что-то будет плохо. Артиллерия бьет. Ничего, есть щиты. И будут еще щиты. Где крепость-то? Ресурсы есть. Строится замечательно. Я могу строить. Так, все эти фабрики будут что? Все будут отправлять свои крепости сюда. О, первая крепость готова. О, вот так. Истребители будут. Истребители и бомбардировщики. Сюда можно кликать. На трех бомбардировщиков один истребитель. Это будет, наверное, эффективно.
Все, все строится, ресурсы есть. А это что? 4 фабрики. Ой, у меня как много будет крепостей. Конвертирую излишки энергии. Так, ну что, мне нужно узнать, хорошо ли я защитился, чтобы начать строить ядерные ракеты. Пока плохо защитился. Бьют, бьют. О, о, здесь слабо, здесь слабо. Они пройдут сейчас. Или не пройдут. Хватит им ума. А, не хватает ему ума. Стоят. Не идут. А мои ядерные шахты стреляют сюда. О, как хорошо. Как хорошо. Вот. Разгружаемся на самолетике. Да, ядерные ракеты мне не опасны. О, нет, туда нажал. Давай. О, вот так вот. Разведуем. Да, что мне ядерные? Подумаешь, 4 штуки. Все, удержим. Так, главное не забывать взамен что-нибудь построить. Так, что у нас? Сюда можно ядерку пустить, в принципе. Так, инженера надо убить. Я понял. Инженера убиваем. Сам главный инженер угроб. А, остальное потихонечку. Крепости строятся. Мега крепость называется, да? Мега крепость называется. Конвертирую энергию. Так, ну что же, я в общем-то в основном отстроился. А нет, надо тут еще сюда что-то стрёмно смотреть. Слабое место здесь, мне кажется. Еще надо вот так поставить. Подумаю, что придут сюда. Какой-нибудь инженер ремонтные два оператора построит. Два. Так. Что там? Пять крепостей уже у меня. Хорошо. Где у меня инженеры? Инженера бьем сразу. Бить инженеров нам сначала, все понятно. Сначала бьем инженеров. И все, больше никого. Больше никого можно не бить. А это кто? Мегалит какой-то. А, у меня пальчик там. Что, где бомбардировщик-то? Шахты контрмой. Они будут у меня с ядерными головками. Вау! Все рисую с угрохом. Родитель ядерных ракет. 10 ядерных ракет. Много. Сильно и много. Так, мочить надо инженеров главное. А остальное все сдохнет. А
Остальное все будет повреждено. Вот в этом радиусе, где красная, красная окружность. Так. Так, для новых крепостей задам задачу опять. 3 бомбардировщика, 1 истребитель, бесконечный. Да. И они все будут... А, ну и все. Хорошо. О, все. Максимум. Пускайте всю авиацию. И... инженер какой-нибудь, пару инженеров. Контрол. Контрол. 6. Хорошо, хорошо. Он будет все разбирать. Вот это. Так, а вот, ой, сколько самолетиков-то, ой, нужны истребители. Ой, как... Кого они бьют-то? Где мои истребители? Ой-ой-ой. Так. Так. Какой-нибудь инженер будет еще разбирать вот это. Убили инженера. Дальше. Выборочно разбирать надо. Оба. Здесь еще у меня генератор энергии. Все, он снова очень генератор. Здесь тоже он генератор уже. Все-таки разобрали. Так, что-то мне разбили, нет? Нет, не разбили. Ядерные ракеты уже почти готовы. Щиты разбили? Нет, щиты не разбили. Все хорошо. Все прекрасно. А, вот эту батарею надо разбирать. А, разбирается все. Крепости строятся. А это что такое здесь происходит? Где мои крепости? Что? Скажите. Бушидо какой-то. Разведчики какие-то. Разведку сделать. Я надо здесь что-то. Посмотрим позже. Unit cap reached. Так. Разгружу свои крепости, мега крепости. И мои самолетики. Куда полетят? Тут вообще ядерка есть? Противоядерная оборона есть? Я не вижу противоядерную. А, вот она противоядерная. А нет, это не противоядерка. Если ядерки нету здесь, противоядерки, то я бабахну сюда своей ядеркой. Щиты бьют? Щиты не бьют. Где ядерные ракеты? О, 4, вот они, 4. Так, построим еще противоядерные ракеты. Если успел. Вот,
все-таки. О-о-о, что-то здесь происходит. Вышел дупла. А, ненадолго. Все, пока выхлепалась. Что за у нас? Вижу, ядерка есть, нет? Ядерки нету. А, блин, как же меня дуть-то? Ошибки. Нельзя их бить одной кнопкой. Вот это Ctrl 8. 0. А это... Ctrl 0. Вот. Да, удачи. Пойдем. Отстань, что ли? Щита, да. Не сильно, но щиты все делают. Опасно. Не вижу опасности. Так. Теперь бабахнем. Я только один раз сюда. Поскольку я не нашел противоядера. Так, сюда вот не достал никто. Ядерка. Так, а тут что у нас? Уже 12 крепостей. Оп, ядерка бабахнула. Замечательно. Реакторы запускаю свои, активирую. Ой-ой, какие они. Дороги. Да. Какие-то такие. Вот какие быстрые. Вот видишь за ними. Ну ладно, придет командира ихнего грохнуть. Так, немножко экономику ослабил я. Кто это? Все-таки они разведчиков потом посылают. Пару зенитов ставлю и пару пуш. На всякий случай. Противоядерки не вижу. Генератор щитов только. Да. Strategic launch detected. Добавляю к строительству еще одну ядерку. Мои тактически-то достают? Достают, все нормально. В общем, заглушу я, пожалуй. Да, они сами все делают. Нет, но я им отдам приказ. Нет, что? Вот это, вот это. Все разобьем. А, башня. Что будет? Главное бить строителей, ремонтников и щиты. Русские. Отстраивается.
Сколько у меня ядерок? Вон, две ядерных ракеты есть уже. Ну-ка, вот это разобьем. Это разобьем. Научная станция. Пушку противовоздушную. Разобьем. Ой. Нельзя забывать про оборону. А, мало пушек. Мало у меня ракет. Я, кажется, забыл строить противоядерки. Меня могут сейчас достать ядерными ракетами. Вообще. Локальные бои еще имеют место. Сколько ракет летит? 4 вижу. А 4 ракеты не опасны, надеюсь. Нельзя забывать строить противоядерку. То проиграю сразу. Все забуду. Unit cap reached. Так, куда отправить моих бомбардировщиков? Ну, да сюда. Сюда, на разведку. Грохнуть надо противоядерку. Мне. Каким-то образом. А где истребители? Я не вижу истребители. Вот, о, прячемся, прячемся. Я ищу противоядерную оборону. Сначала. Я надеюсь. Есть. Вот. Попробуем устранить противоядерную шахту, установку. Вертер. Вот, отлично, бьют. А, надо их спрятать. О, как командира можно вообще. Командира мы не будем бухать, бабах. Сейчас я сюда запущу ядерную ракету. Сюда, поближе к командиру. А потом добью самолетиками. Летит, летит ядерная ракета. Все, прилетело. Нормально. Все нормально? Все нормально. Надо разобрать лишние генераторы энергии. Много. Да. А вот здесь. Unit cap reached. Так, эту батарею надо разобрать. Слишком много генераторов энергии стало. Так.
А, крепость, крепость. А. Игрок, блин, крепость моя. Ай-яй-яй. Так, его строит. Ой, я легко. А, все нормально. Так, где мой самолетик? Так, выгружаю авиацию готовую. И попадет. Сейчас прилетят, бьют командира. Которого я не вижу. Вот он. Грэм. Грэм. Щиты тут есть? Штуки. Давай, разбей этого грома. Ну-ка. Пара залетов. Блин, командир-то я его потерял. О, а вот. Чуть покрою, да. Бомбочки, которые летают, они еще и вокруг уносят, урон наносят. Так, грохнем, командирка, грохнем. Что-то там не медленно работает. Unit cap reached. Да, да, уже они его разобьют. Strategic launch detected. Ой, нет, энергия. Это комбинатор медленно работает. Так ужасно. Ага, командир унес. Ладно, у меня все полетит сейчас туда. А, оу! Ван Гранте. Всем. Ну-ка, ну-ка. Локальный бой. Властелин обезьян. Властелин обезьян. Кибернозавр Рекс. 90 тысяч здоровья. Ой, какой красный большой. Командир, ну что? На месте, был конвертер, тоже на месте, все держится, пока. А где? Где ключи? Потерял. Ключи потерял. Построить ключи. Так. Взятки мои. Взятки сюда. Вся авиация полетит сюда. О, что это такое? Красненький. О, я потерял здесь конкретное. Что-то потерял я здесь. Ну-ка, что? Ну-ка, я убью командира здесь. Сейчас. Три крепости, насколько они сильны. Strategic launch detected. Так, энергия +600 у меня. Убавил я производство энергии.
Так. Дело дрянь. Где мой командир? Что-то мои враги компьютерные озверели. Где же командир-то? Увести надо всю авиацию. Я чувствую, что он тоже будет. Моя авиация. Командир. Командир взорвался. Ну и что, я потерял? Ничего не потерял. Как были 25 крепостей. И крепостей так и осталось. Потому что здоровье у них большое. Ядерный взрыв не смог убить никого. Как здорово. Так, один из инженеров построит что-нибудь оборонная. Дополнительная. Strategic launch detected. Strategic launch detected. Ой, ой, надо грохнуть этого. Да, ему гранты. Он не подойдет. Рекс какой-то. Он нам не опасен. Шесть крепостей. Это большая сила, оказывается. Выпустим вот авиацию. И авиация пойдет сюда. Commander under attack. Командир? Что с командиром? Да. Командиром беда. А, он не может ничего строить. Просто ограничение. Ладно, давай так посмотрим, что будет. Что будет? Ой, ой, какой бой серьезный. А где командир? Я не вижу командира. Серьезная война идет. Я потерял конвертеры материи. Как бы командир, ну, стрелять. А, командир! Командир появился на горизонте. Все, я всех победил. Что даже не видно. А, проект работает. Commander destroyed. Все, капсулу сейчас взорву. Сейчас я взорву капсулу вражескую. Это капсула. Все, капсулу взорвал. Без взрыва. Мадокса грохнул. Красненького. Да? Да. Все, мистер Коу остался. Мистер Корова. Ну что, 30 единиц моей авиации. Командир где-то еще. А, остался последний враг. Unit cap reached.
Так, кто здесь? Как здесь? Кто здесь и как здесь? Бомбардировщики мне не опасны. Ой, артиллерия бьет по ядерной установке. О, это же эти самые опасные вертолеты. Что? Сколько у них здоровья? 15 тысяч здоровья у них. Броня. Броня 15 тысяч. Сколько они выдержат? Нет, вся моя авиация отправляется сюда. Сначала. Так, вот молодец строитель, чем займется. Ремонтом. Пожалуй. Так, радар. Потерял я? Радар я не потерял. Оу! Strategic launch detected. Commander under attack. Yeah.